мне кажется, что Россию, не буду говорить там царь, монархия, не знаю, не думаю. Мне кажется, Россию спасет культура. Вот именно культура. Если мы перестанем тратить деньги на пустяки, а начнем вкладываться в культуру, потому что культурный человек, он не плюнет. Культурный человек не даст в морду другому просто так. Культурный человек, возможно, сворует, но подумает миллион раз. Поэтому, да, вот сейчас, или там, например, спорт. Вот, да, сейчас люди хотят, чтобы были здоровыми. Но здоровый человек и бескультурный — это страшно. Это страшно. Поэтому я бы поставил местами сначала культуру, потом здоровье. Но не здоровье в том смысле, да, вот, что ты должен быть здоров, да, а здоровье в смысле спорта. Вот здоровье, культура и потом уже спорт. Вот мне кажется, культура.